сделать все, что захочет госпожа. Лунда, нужна помощь. Рада была встрече. Этот ужас! Даже я почувствовал! Элдингар, Бенги!
Helsinga!
Альфа! Элдинга! О, даже я почувствовал!
Ah!
Эйгот ужас. Алэра! Ничего пройдет, ты справишься. Руки Хелдинга! Ясно!
Oh, Eldinger!
я почувствовал! Oh!
защищать эту свободу. Ну же, вставай, брат! Смеют поминать Лейре. Лейре. Никогда не слышала. Это было мирное королевство поэтов и творцов. Но оно давно погибло. И эти берсерки тому виной. Они и их проклятый король Хрольф. Как вспомню, вся кровь, что у меня осталась, вскипает. Видимо, ты когда-то там жил. Может, порадуемся победе и пойдем дальше? Ты не обязан тащить этот груз в одиночку. Да ты и так тянешь на себе почти все. Этот груз я уж как-нибудь сам.
и бога войны уважим, и королеву валькирий. У меня все есть. Нужны твои услуги. Только бы пялиться. Кратос, там что-то есть. Thank you.
я нашел твоих детей. У меня, наконец-то, полноценная семья. Здравствуй, Рататоск. А, мастер Кратос. Вы сделали для девяти миров то, что я даже не мог себе даже вообразить. Заверяю вас, мастер Брок безмерно вами гордился бы. Пусть его похвала и звучала обычно как бесконечный поток сквернословия. О, как же его не хватает. Да, это так. Случилось одно интересное событие, о котором я хочу вам рассказать. Взрыв Асгарда потряс мировое древо до самых корней. И оно сбросило множество семян. Я подумал, они вам пригодятся. Расценивайте это как «спасибо, что смерть в огне меня миновала». Не за что. Помимо всего прочего, я готов обсудить с вами что угодно. Я кое-что хочу узнать. Очевидно же, давно пора поговорить обо мне. Совершенно точно нет. Что? Почему нет? Как можно принижать мои достижения? Простите, спесивца. С годами он становится только громче. А почему нет? Я в одиночку занимаюсь мировым древом. Если бы не твой дружок, миры отвалились бы с ветвей быстрее, чем ты успеешь сказать «неблагодарные». Вообще он был прав. Управляться с древом в одиночку – непростая задача. Конечно, он был прав, друг мой Мимир. Но петь самому себе дифирамбы – это же так невоспитанно. А кто еще станет мне их петь? Что ты хотел узнать? О, я напрочь забыл. Ну и славно. Тогда до встречи. Прощайте, мастер Кратос и соратники. Понимаешь, у нас других дел полно, тупинастые розовые. Я понимаю, неуютно здесь без них двоих, но думаю, Брок был бы рад, что вы вернулись. Я уверена, что Синдри, где бы пора он ни был... Пора полить растения. Будет благодарен, если вы будете прибирать за собой. Интересно, вернется ли Синдри? Можно ли чувствовать себя здесь как дома после всего, что произошло? Никогда не думал, что буду скучать по их перебранкам. Без них тут и впрямь все не то, верно? Мы присмотрим за домом до его возвращения.